Recording in progress. Доброе утро. Сегодня мы продолжим наши уроки по книге Берешит, по книге Бытия. И сегодня мы почитаем книгу Парашат Хайе Сара, глава жизнь Сары. Сара, она считается праматерью еврейского народа, точно так же, как Авраам, он является Рош Мааминим, то есть главой верующих. Точно так же его жена Сара, она считается главой женского рода. Поэтому именно вот Сара и никакой другой женщины в Танахе не упомянута, кроме Сары, ее возраст. То есть сколько она была, в каком возрасте она умерла. Кроме Сары, то есть Сара единственная в этом смысле женщина, которая упомянута, сколько она жила. И с этого, в принципе, начинается наша глава. «Да идилар гюн ляри дирлик ляринен саранен юз егерми едигил». И были годы жизни Сары 127 лет. «Дирлик ел лары саранен». Это были годы жизни Сары. Да ульди Сара кирьят арбада. Ульди Сара кирьят арбада. Сара умерла в городе кирьят арба. Олдер Хеврон ериндя кенанен. Этот город, он называется также Хевроном в земле кенаанской. Да гельди Авраам сарнамага сараны. «Да дияла мага аны». И пришел Авраам скорбеть по Саре и оплакивать ее. «Да тут ты, Авраам, алдендан элюсинин». И поднялся Авраам от умершей своей. «Да сезлады оглан ларына хетнин демя». И сказал сынам хеттийским, следующее. Гер. Гариб да отураштыр мен бирген изгя. Значит, я пришелец и оседлый у вас. Верен из мана туту влугин зерятнен бирген изгя. Дайте мне участок для погребения у вас. Да гемаим элюмны Алдимдан. И я похороню умершую мою от лица моего. Обратите внимание, что здесь очень важно, и вообще как в народе Израиля очень важно, чтобы мы готовили место для усопших. То есть каждая община караимская, им это в принципе мы приняли от Авраама и от Сары, каждая караимская община обязана приготовить место на кладбище, караимский сектор, так называемый, чтобы там хоронить своих усопших отдельно от других народов, отдельно от других религий. И это было принято от Авраама. «Да джаваб вердилер
огланлары хетнин Авраамга демя анар. И отвечали сыны хеттийские Аврааму и сказали ему, Шемаэну, эшиткинь бизгя бегим, биюк ага сын сен ортамызда, послушай нас, господин мой, ты князь Божий среди нас, сайлан мышинда, зерятляры мызнын, гемгинь элюнны. В лучшей из гробниц нашей похорони умершую твою. Киши бездянь зе зерятин айямастер сендянь гемястянь элюнны. Никто из нас не откажет тебе в своей гробнице для погребения умершей твоей. Обратите внимание, что ему предлагают хеттийские сыны. Да, мы тебе дадим среди нас, в любой гробнице среди нас, ты можешь похоронить свою умершую. Обратите внимание, что Авраам не соглашается с этим, потому что он знает, что если сегодня похоронят где попало и бесплатно, то завтра эта могила превратится в поле для засеяния. И поэтому он не соглашается на это приглашение и предлагает им другое предложение, свое предложение. «Да турды Авраам, да башурды улусына ольернын, огланларына хетнын». И вот это предложение Авраама, оно начинается с того, что он почтительно кланяется им, тем людям, с которыми он говорит, сынам хеттейским. «Да созлады бергеларыня демя, эгер вариса килагинизда, кеммяга элюмны алдымдан, эшитыныз мана да ялварыныз мені мічун эфронга оглына чохарнын». То есть, если у вас есть действительно желание похоронить умершую мою от лица моего, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Чохара. В чем эта просьба? То есть он просит у сынов хеттийских, чтобы они поговорили с этим человеком, которого зовут Эфрон, сына Чохара. Давер сын мана, магарасин ол махпеланын, ки анын, ки кыйрында тарлувунын, тамам гюмюш илен, вер сын аны мана, ортанызда, туттувлугына зерятнын. Чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него, которая на конце поля его, за полную плату. Пусть отдаст мне ее пред вами в собственность для погребения. То есть Авраам не хочет принять бесплатно место для погребения своей жены и предлагает выкупить целое поле вместе с пещерой, пещера Махпела, которая будет местом захоронения и его жены, и его самого в будущем, и его потомков. «Да Эфрон отурыр иди, ортасында огланларынын хэтнын, да джевап верди Эфрон ол хиттили Авраамга, кулакларынча огланларынын хэтнын джумля Гелевчиларга кабагына шахарынын демя». Эфрон же сидел среди сынов хеттевых и отвечал Эфрон, хеттиец, Аврааму вслух сынов хеттиев, в уши сынов хеттиевых, пред всеми входящими во врата города его и сказал. «Йогбегим эшит кинь мана, ол тарловны вердим сана, да ол магара ки анда сана вердим аны, гёзларинча огланларынын улусымнын вердим аны сана гёмгин
Элюны. Нет, господин мой, послушай меня. Поле я отдал тебе, и пещеру, что в нем тебе, я отдал ее на глазах сынов народа моего, и отдал ее тебе, похорони умершую твою». То есть, что говорит Эфрон? Эфрон предлагает Аврааму взять бесплатно. Он говорит: «Я тебе дам и так, зачем тебе платить? Вот возьми бесплатно, я тебе даю место для погребения». «Ваиштаху дабашурды Авраам алдына улуснын ольернын». И снова поклонился Авраам. Мы видим, что каждый раз, когда Авраам просит у сынов хитейских очередную просьбу, он кланяется перед ними, да, то есть, чтобы начинается с уважения к тому, к кому он обращается. «Да создады Эфронга, кула кларинча улусенин ольернин демя». И сказал он Эфрону перед всеми сынами хиттейскими в уши, да, всех членах, всех всего народа страны этой. «Анчак сен кешкя эшит сен мана, веря им гюмушин олтар ловнин алгын миндян, да гёмеим улюмны орада». И сказал: «Если бы только ты меня послушал, вот я даю тебе серебро за поле, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». То есть Авраам настаивает на том, чтобы получить это поле за плату. Он не хочет получить его бесплатно, чтобы завтра это место не обратилось в поле для засеяния. «Дажива верди Эфрон Авраам га демянар». И отвечает Эфрон Аврааму и говорит ему: «Адони, бегим эшиткин мана, ер дёрт юз мискал гюмышлик арама да арага недер ол да элюнны гёмгин». И тут намекает ему Эфрон, да, то есть он сразу говорит ему цену. Мы не знаем, что какая-то стоимость была в те времена, но, видимо, это была какая-то завышенная цена. И сразу же Эфрон, как только заговорил Авраам за цену, сразу назначает ему цену, то есть он не настаивает на том, чтобы Авраам взял эту землю бесплатно. «Бегим эшиткин бана», то есть: «Князь мой, послушай меня. Ер дорт юз мискал гюмшлик ад арама да арага арана недерол». То есть между нами что такое 400 шекелей серебра между мной и тобой? «Да улюнны гюмгин», и «умершую твою хорони». «Да эши ты Авраам Эфронга, да чебик верди Авраам Эфронга, ол гюмушны кисежляды кула кларинча огланларынын хетнын дёрт юз мискал гюмуш гечар базырганга». И внял Авраам Эфрону и отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором он говорил вслух в уши сынов хеттиевых, 400 шекелей серебра, ходячего у торговцев. То есть сразу, как только он услышал цену этого поля, сразу же отвесил ему 400 шекелей серебром, о которых он говорил. «Ваякум даякум дам мукам болды, тарловы эфронын, ки махпелада, ки алдына мамренын, ол тарлов да ол мара, ки анда да джумля ол агачки тарловда и джумля сенорында чупчувря». И стало поле Эфронова, которое в Махпеле против Мамре, поле и пещера в нем, и все деревья, которые в поле, во всем пределе его вокруг, за Авраамом, как покупка пред отчами сынов Хеттеевых, пред всеми входящими в ворота города его. Тут, в принципе, мне нужно отметить, что вот отсюда наши учителя
значит, учат то, что когда мы покупаем какую-то недвижимость, то эта недвижимость, особенно когда говорится о земле, она должна быть описана в документе, прилагаемые, то есть в документе, который документирует наше приобретение недвижимости, то есть все его границы, да, даджумля синорында, чупчувря, то есть все границы этого поля должны быть описаны. Если это деревья, значит, все деревья включаются. И если там пещера или какие-то особенности географические, то должны все быть описаны эти особенности в документе, который документирует сделку. Лаврам, Авраамга, Мюльклюка, Гюзляринча, Огланларынын, Хетнын, Джумля, Геливча, Ларгя, Кабагына, Шахарнын. И это поле стало во владение, да, мюльк – это во владение на глазах всех сынов хеттеевых. Джумля геливчи ляргя кабакнын кабахына шахарнын. То есть всех входящих в город этот. Вахарихен да андан сонра гемди Авраам сара хатынын маара сына дюзунын. Ол Махпеланын, Алдына Мамренын, Олдыр Хеврон Ериндя Кинанын. И после этого захоронил Авраам Сару, жену свою, в пещере поля Махпелы, что напротив Мамре, она же Хеврон в земле Кинаанской. То есть только после того, как Авраам был уверен, что он приобрел эту землю, этот участок, только тогда он похоронил свою жену там. Да мукамолды ол тарлов да ол маара ки анда Авраамга тутулугына зерятнын янындан огланларынын хетнын. И стала поле и пещера, которая в нем, погребальным уделом Авраама от сынов хеттеевых, от сынов хеттеев, у которых он купил это поле. В принципе, наши вероучителя говорят о том, что Авраам тем самым положил начало освобождения земли от народов. То есть Господь уже обещал, что всю эту землю он отдаст Аврааму. И Авраам как бы за свои деньги покупает начало этой земли, в котором он похоронил свою жену, в котором будет захоронен сам. То есть он сам положил начало за свои деньги к тому, чтобы эта земля принадлежала народу Израиля. И если там есть какие-то споры относительно земли Израилевой, то вот этот участок, он по праву принадлежит народу Израиля, потому что он был куплен за деньги Авраамом как участок для погребения еще тогда. То есть это место, этот участок земли был куплен за деньги еще тогда. Ну, можно сказать о том, что израильтяне, сыны Израиля, народ Израиля, они всегда старались покупать земли у тех народов, которые живут на земле на этой. И еще до того, как образовалось государство Израиль, многие земли просто были выкуплены евреями в этой земле, и они брали пример в этом от у Авраама, который, как говорится, положил начало выкуплению этих земель у других народов. Да Авраам картайды йети гюнлярге, и Авраам был стал стар в летах преклонных. Дадунай алгышлады Авраамны ол джумляда. И Господь благословил Авраама во всем. Да айты Авраам кулына картына эвинын. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме. Ол эрклянгянь ол джумляда ки анын койгын энди колунны бютюн тибиня. Старшему в доме, управляющему всем, что у него,
и говорит ему: положи руку свою под бедро мое. То есть он сейчас берет клятву у раба своего, которого зовут Элиэзер. Вашбиахада антверя им сана Адонай тенри синдянь, олгюкнин та тенри синдянь олгернин, ки алмагай син хатин оглима кызларын дан олкинаанынын, ки отурай дырмын ортасында. И я заклинаю тебя Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей кинаанейца, среди которого я живу. То есть для Авраама и опять-таки для всех сыновей Израиля невозможным становится то, чтобы брать в жены жену из другого народа. И особенно сыновей кинаанских, которые были испорченным народом. И поэтому очень важно для нас и для караимов, значит, заключать брак именно среди своего народа. То есть брать жену из народа своего и брать мужа из своего народа. И это мы также взяли от Авраама. И почему это важно? Потому что жена, женщина, у нее очень важный тавкит, очень важный, она играет очень важную роль в воспитании детей. И поэтому то, что, собственно говоря, мать воспитывает своих детей, во многом это образование зависит от матери, и поэтому очень важно, чтобы жена была одной веры с мужем, чтобы она также воспитывала своих детей в лоне караимской веры. «Ки анжа еремя, да докдугыма вергинь, да алгын хатын оглым ичкакка». «Но в землю и в родину мою пойдешь, и возьмешь жену сыну моему Исааку». То есть ты не возьмешь в жены жены из народа, среди которого я живу, а пойдешь в родину мою, и там возьмешь жену из семьи моей, моему сыну Исааку. «Вайомер, да айты анар олкул, бельки киля мяз олхатин гельмя, ардымдан ушгу ергя, кайтарма кайтараиммы оглунны ол ергя ки чиктын андан». И сказал раб: «Может быть, не захочет женщина эта идти за мной в эту страну? Должен ли я поселить сына твоего в эту страну, из которой ты вышел?» Дальше. «Дайомер, да айты анар Авраам, саклангин эзюня, олмагай калтаргай сын, оглымны анда». И сказал Авраам своему рабу: «Берегись, чтобы не возвратить сына моего туда». То есть ты не можешь поселить моего сына туда. Почему? «Адунай танрысы ол гёхнын ки алдымины эвендянь атамнын да ерендянь дугдугымнын да ки сэждадымана да ки ант этимана демя урлугына веримен ушбу ерны, ол ебиргай малахын алдына, да алхайсын хатын оглыма андан». Почему, как мы сказали, почему, собственно говоря, сыну Исааку Авраама не вернуться в ту землю, откуда, в ту родину, там, где родился Авраам? Вот почему: «Господь Бог Небес, который взял меня из дома отца моего и страны рождения моего, и который говорил мне, и который клялся мне, говоря: потомству твоему отдам я эту землю, он пошлет ангела своего перед тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». То есть мы говорим о том, что Господь заповедал Аврааму эту землю, и поэтому ты не можешь вернуть моего сына в ту землю, где я родился, потому что та земля, на которой я живу, ее мне заповедал Господь, Бог Небес,
и он сказал, что даст эту землю потомству моему. Да эгер киля мяса ол хатин гель мя артиндан, да бош ол урсен ужбу антимдан, тек оглымны кайтармагин анда. И если женщина та не захочет прийти, пойти за тобой, то тогда ты будешь свободен от той клятвы, которую я заклинаю тебя. Только сына моего не возвращай туда. То есть важно для Авраама, чтобы сын его и потомство его продолжали жить в этой земле, в земле Кинаанской, которую обещал ему Господь Бог. «Да койди ол кул колун бютю тибиня Авраам бегенин». Да ант ити анар уж пусть сёз учён. И положил раб руку свою под бедро Авраама, господина твоего, своего, и клялся ему в этом. То есть раб Авраама поклялся Аврааму в том, что он совершит то, что он говорит. Да алди олкул он туялар, туяларен дан бегенин, да гетти, да джумля наамати, бегенин колунда, да турады, да варды, арам нахараимга, шахарина нахорнин. И взял этот раб, значит, 10 верблюдиц, туя это верблюдов, верблюдиц, Туяларендан бегенин дагетти из верблюдов господина своего. И пошел до джумля на аматык бегенин колунда. И всякое добро господина в руках его. Да туради, да варды, арам нагараим га, ашахарына нахорнын. И встал, и пошел он в арам нагараим, в город Нахора. То есть город Нахора, арам нагараим, это город, из которого вышел Авраам, когда Господь сказал ему, лех леха ми арцеха ми бед авиха. То есть выйди из отсюда, из родины твоей, из города отцов твоих. Вайварих, да чоктырды, ол туяларны шахардан чикары куюсына ол сувларынын ахшам вахтына. И расположил он верблюдов, то есть Элиэзер, раб Авраама, он уже пришел в город и расположил верблюдов вне города. И расположил их во время вечернего возле колодца с водой во время, когда выходят черпальщицы, женщины, девушки черпальщицы, для того, чтобы черпать воду из колодца. Вайомер, да, айти э адонай тан рысы бегим аврагамнын, разгетиренди алдымя бегюн да кылгын шахават бегим аврагам. Билянь. И сказал раб, Господи Божий, господина моего Авраама, доставь мне случай сей день и сделай милость с господином моим Авраамом. Гинне мунамен турай дермен чокраги янына ол сувларынын, да кызлары кишилярынын ол шахарнын чекайдерлар тартма сув. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Кстати, здесь есть форма глагола, да, как, например, «турайдермен», то есть «я стою», то есть настоящее продолжительное время. Оно выражается именно вот этой формой, когда заканчивается «айдермен», да, «турайдермен» — это «я стою». Чикайдерлар, это они выходят, то есть тоже настоящее продолжительное время. Вегье, да олгай, олкиски, отсаманар, маил эткин энди, бардагны
да ичаим, да айца, ичкин, да дагын, туяларынны, сувараим, аны, аны кладын, колун ичхакка. Да онун билан биляим, ки кылдын шавагат бегим илянь. И здесь раб Авраама, когда он просит Господа сделать с ним милость, то он как бы делает условия, да, сделает условия, как он будет, может знать, какую женщину действительно Господь послал ему. И вот он говорит свое условие. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Пусть же девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь». И она скажет, «Пей, и я верблюдах твоих также напою, то ее определил ты рабу твоему Исааку. И посему я узнаю, что ты сделал милость господину моему». То есть Авраам, Элиазар, он попросит какую-то девушку, и эта девушка должна ему ответить точно так же, как он попросил. То есть эта девушка должна оказать ему очень большую милость. И мало того, что она даст воду, начерпает воду для него самого, чтобы он попил, но также начерпает воду и всем верблюдам его, пока они все напьются. То есть вы представляете, сколько тут надо воды начерпать, чтобы 10 верблюдов напились воды. То есть это должна быть очень, во-первых, очень миловидная девушка, которая не откажет, уже бы в наше бы время такая же девушка, любая девушка, наверное, сказала бы ему, да пошел ты вон, зачем ты мне тут нужен, да, и я тут своим, мне тут самой бы начерпать, да. А вот именно почему, собственно говоря, Авраам заповедовал взять жену именно оттуда, где он родился, потому что он знает, что черты характера его семьи, они очень гостеприимные. Мы видели это потому, как Авраам сам принимал троих посланцев, которые пришли к нему. Мы видим, как Лот принимал двоих посланцев, которые пришли к нему самоотверженно. И точно так же мы видим, что эта девушка Ривка, да, Ривка, ну, мы это увидим дальше, та девушка, которую послал Господь Исааку, она именно была из семьи Авраама, и она также отличалась вот этим гостеприимством, которое отличает всю семью Авраама. «Да иди, ол биттир мясиндян бурун, сёзля мягя, дамуна ривка чикайдер, ки догды биту эльга огланына, оглына милканын». Хатыннын, Нахорнын, Кардашынын, Авраамнын, да бардагы ягырны үстюня. И не успел закончить раб Авраама говорить то, что он говорил, и вот выходит Ривка, которая родилась от Бетуэла, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, то есть из семьи Авраама, но это довольно-таки далекое родство, и кувшин ее на плече ее. И именно эта женщина попалась рабу Авраама. «Да олкиз гюзель гюрюмли гает, бойкиз да киши бильмядьяны, да энди ол чокракка, да долдурди бардагын да чкты». А девица была очень хороша видом. Девица, да, то есть которую не познал мужчина, и сошла она к источнику и наполнила кувшин свой и взошла. То есть мы видим, что здесь очень важно также, что она была девственница, да, девственница, которую не познал мужчина. Да варты ол кул карши сына, ваяруч, да, да. Да юриди ол кул карши сына, да айты ичиргинь мана энди ассув бардагындан. И побежал раб навстречу ей и сказал ей, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Ватомер, да айты ичкин бегин, да тезледы
да эндерди бардагын колу үстіна, да и черди анар. И она сказала, пей, господин мой, и поспешно спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Да битерди и чермя анар, да айти дагын туяларына тартаим, дегинча ки биттирирляр ичмя. И напоив его, она сказала, и для верблюдов твоих я также начерпаю, пока не напьются они вдоволь. Ватимагер, да тезляди, да ахтарди, бардагин ол хавутка, да ювурди дагин ол куюга тартма, да тарты джумля туяларга. И она поспешила и опорожнила кувшин свой в пойло и побежала опять к колодцу зачерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Да иш да олкиши танланыр эди анар тек турур эди бильмя, бильмя ондурдымы адонай йолун яйок. И а этот человек, удивляясь ей, молчит, желая понять, осчастливил ли Господь путь его или нет. Вайги да иди нечики биттирирляр олтуяллар ичмя, да алды ол киши алтын сырга ярым мискаль, чекисы да эки билязикляр коллары истюня, ол мискаль алтын чекиляри. И было, когда верблюды перестали пить, взял человек тот носовое кольцо золотое в пол шекеля весом и два браслета на руки ее, коим вес 10 золотых. Эвель да эвель айты кызы кимниндер сен анлаткин эндимана вармыдыр эвиндя атаннын ер бизге конмага. И сказал, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам, чтобы мы переночевали? Ватомер, да айты анар кызы бетуэль ниндер мен оглынын милканын ки догурды нахорга. И она отвечала ему, я дочка Бетуэля, которому сына Милки, которого она родила на хору. Я хотел тут обратить ваше внимание, что раб тем самым ее как бы пометил, да, дал ей эти украшения, которых было носовое кольцо золотое и два браслета. Эти украшения, они сразу были надеты на эту девушку, и этим самым он пометил ее, чтобы не упустить и не перепутать ее с другой девушкой. Да айты анар дагын салам дагын и дагын ес чоктер дагын ес